обычные люди не заработают за всю свою жизнь. Это именно та возможность, которая дает компания World Global Network. Что дает компания World Global Network? Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Вот звездочка – это вы. Компания World Global Network предлагает создать вам сеть интернет-магазинов по всему миру, неважно. Вы подключили одного человека, он получил от вас интернет-магазин, когда у вас есть франшиза. Вы подключили другого человека, третьего, четвертого. Из этих людей кто-то принял решение строить свою сеть интернет-магазинов. Каждый человек работает с компанией напрямую. То есть, вот этот зелененький вверху слева человечек, он покупает у компании продукт, а компания присылает ему продукт, то есть платит компании, компания присылает ему продукт. И так работает каждый человек, кто имеет интернет-магазин в вашей сети. Это просто потребитель, который покупает в компании со скидками любые продукты. Компания присылает ему продукт, и так работает каждый человек. Каждый человек работает с компанией напрямую. Каждый человек работает с компанией напрямую, в компании создается товарооборот. Компания видит, что эту сеть интернет-магазинов построили вы, и компания платит вам постоянный процент с этой работы. Почему я это объясняю на простой схеме? Потому что многие люди не сетевики, и они не понимают, что такое вебинар, создание команды и для чего это нужно. Я показываю, что здесь каждый человек может создать сеть интернет-магазинов и зарабатывать оставшуюся жизнь за абсолютно любую продажу из всех из этих интернет-магазинов. Нашими словами, это называется компенсационный план. Это система вознаграждения для партнеров World Global Network, где любой товарооборот, любые деньги, которые создает компания, 50% она оставляет себе, а 50% отдает тем людям, которые создают сети. Четыре способа заработка. Личные продажи, построить свою команду, получить долю от компании и начать новый стиль жизни, новый образ жизни, к которому стремятся все и мечтают многие, но приходят к нему единицы, потому что они не приходят к нам. Они не знают, что и как у нас делать. А самое важное, они боятся, что у них не получится. Вы можете заняться личными продажами. Любая продажа в вашем интернет-магазине зарегистрирована, приносит вам единоразово до $200. До $200 это один бонус. Здесь я бонусы показываю, друзья, очень коротко, потому что на презентации вы должны бонусы показывать в общем. Вы не должны объяснять все 15 бонусов, потому что человек просто не запомнит. Поставьте, пожалуйста, в чате минус, кто не знает все 15 бонусов от компании, и плюс, кто знает все бонусы от компании. То есть смотрите, в чате только партнеры, в комнате только партнеры, но есть даже партнеры, которые еще не знают все 15 бонусов. И точно так же не запомнят все бонусы новички. Вы просто должны показать видение, что у нас много бонусов, и показать основные бонусы. Вы показываете стартовый бонус, вы показываете бинар, что эти интернет-магазины становятся в две команды, в левую и в правую команду. Таким образом, вы с этих команд будете зарабатывать от 10 до 20% в зависимости от франшизы, которую выберете с пакетом в компании. То есть вы сами на старте выбираете франшизу, и тут зависит, то ли вы будете 10% зарабатывать, то ли 20% зарабатывать. Дальше показываете, что здесь каждый человек заинтересован друг в друге. И в вас очень заинтересованы, потому что вы тоже будете заинтересованы в тех людях, которых пригласите в бизнес, потому что компания будет платить вам 10% от их чеков. Все, что они заработают, вы будете получать 10%. И так до 10-го поколения людей, которых вы можете не знать, вы будете получать проценты с их зарплаты. Вы будете делить долю от компании и можете начать свой образ жизни. Вы можете начать путешествовать вместе с компанией.
Вы можете путешествовать за счет компании, получать подарки, посещать страны. Обязательно надо показывать путешествия, потому что многие люди приходят на деньги, некоторые приходят за признанием, а некоторые приходят, потому что любят путешествовать. Они хотят изменить и поменять свой образ жизни. И всегда показывайте, что у нас в компании можно стать лидером мирового уровня, потому что место всегда есть, как в тех первых слайдах, которых вы уже показали до этого. Вы показываете, что у нас есть карьерная лестница. И карьерная лестница вознаграждается. Чем больше вы по карьере рангом, тем больше вы зарабатываете. Это напрямую зависит, от этого напрямую зависит ваш доход. И всегда говорите, вы можете начать с любого пакета. В компании можно даже просто, если вам не интересен бизнес, вы можете купить продукт и иметь свой собственный интернет-магазин, который будет за вами всегда, скидка всегда, вы будете покупать через интернет-магазин. Просто купил один браслет. Но если мы говорим о бизнесе, то у нас есть два пакета. Первый пакет – партнер. В пакет партнер входит браслет Hilo и входит франшиза, которая дает возможность зарабатывать вам 10% по товарообороту. И люди сразу вспоминают, да, я помню, здесь от выбора пакета зависит 10%. Но интереснее пакет, если мы говорим о бизнесе, это пакет Executive, который исключает все ограничения, который убирает ограничения, дает возможность зарабатывать максимальные бонусы, которые есть у компании. Что такое пакет Executive? Ну, во-первых, это 4 браслета Hilo. Вы можете посчитать, что такое 4 браслета Hilo, и вы поймете, что вы практически покупаете физический продукт, который можете всегда продать и вернуть свои деньги. Но самое основное, что здесь есть в этом пакете, это франшиза Executive. Это то, что дает возможность зарабатывать по максимальным бонусам и увеличивает ваш доход ровно в 2 раза. Потому что в этой франшизе компания дает вам 3 бизнес-места. Что такое 3 бизнес-места? Это, допустим, если вы открываете, ресторан, то на пакете партнер у вас есть ресторан, а вы открываете ресторан на франшизе Executive, то у вас сразу дополнительно получается еще 2 ресторана. То есть ваш доход удваивается, а то и утраивается. И я показываю разницу между этими 2 пакетами. Что если вы делаете одну и ту же работу за один и тот же командный объем на пакете партнер. Если, к примеру, ваш объем 1000 баллов меньшей ноге, то на пакете партнер вы зарабатываете только по одному из видов бонуса $100. Но если вы экзекьютив и у вас тот же объем, вы делаете ту же работу, но вы зарабатываете, во-первых, 20%, вы имеете 3 бизнес-места, и ваш доход составляет за тот же объем $400. И вы знаете, когда вы людям показываете разницу $100 и 400, разговор идет о бизнесе, человек даже не задумывается. Человек сразу принимает решение, я буду на экзекьютив, потому что я буду делать одну и ту же работу, но я буду зарабатывать в 3 раза больше. И потом я говорю, а сейчас я покажу четко, пошагово, что вы можете сделать и каким образом вы можете заработать за первый год уже столько денег, сколько большинство людей не зарабатывает за всю свою жизнь. Ваша задача зайти на пакет Executive. Конечно, вы можете зайти на любой пакет, вы можете начать только с продукта, потом сделать апгрейд, повышение пакета. Но, если вы не хотите терять деньги, вы заходите на Executive. И вы сейчас увидите, что это вам дает. Вы имеете франшизу. Подчеркивайте всегда, что у нас франшиза на всю жизнь. У нас франшиза не та, которая есть во многих компаниях, за которую нужно платить каждый год деньги, а то и каждый месяц люди обновляют какие-то франшизы. Вы получаете франшизу на всю жизнь. Этот бизнес вы можете передать детям по наследству. Вы имеете 4 браслета Hilo и вы имеете 3 бизнес-центра. Вы становитесь системой. Ваша задача пригласить 2 человека в бизнес. С этого начинается бизнес. Задаю в зал вопрос. За какой период времени
обычный человек, рассказывая своим друзьям и знакомым, может пригласить 2 человека в бизнес. Если учесть тот факт, что изначально первый месяц за него работают те люди, которые пригласили его в этот бизнес. Они дают информацию вашим друзьям, они рассказывают о бизнесе, они показывают разницу пакетов, они показывают все выгоды, риски и выгоды в компании. Обычно люди говорят, 2-3 дня. Кто-то говорит неделя. Кто-то говорит один день. Знаете, такие амбициозные, они говорят один день. Я задаю вопрос, так за месяц это сделать сможет любой человек? И я вижу, как зал начинает кивать головой, что да, за месяц сделает это любой человек, потому что это просто. За целый месяц пригласить всего 2 человека, которые тоже купят для себя франшизу Executive, куда входит 4 браслета Hello. И я сразу же показываю, какие деньги заработает этот человек. Прошел месяц. У вас зашло только 2 человека. Это вы, красненький. У вас зашел друг детства и у вас зашел сосед. Либо соседка, либо одноклассница. Вы получаете $200 фаст-старт за то, что у вас зашел знакомый и за то, что зашла одноклассница, тоже $200. В сумме это $400. И у вас есть по 500 баллов слева и справа. Компания подсчитывает вам товарооборот и платит 20%, так как вы экзекьютив, $100, вы получаете $500 за первый месяц. Как бы это небольшие деньги за первый месяц, но давайте посмотрим, что будет потом. А что нам надо сделать на второй месяц? На второй месяц вам надо сделать, чтобы ваш знакомый пригласил 2 человека, потому что у него свой круг знакомых, у него свои друзья, у него свои одноклассники, у него свои родственники. И за целый месяц ему надо пригласить 2 человек. 1-2. И голубенькому, это ваша знакомая, ей тоже надо пригласить 2 человека за целый месяц. Вы заинтересованы им в этом помочь? Ваш доход на второй месяц составляет $200. Вы никого лично не пригласили, но вы работаете над построением структуры. 3 месяц. Ничего не меняется. Тот человек, который пришел на второй месяц, он за 3 месяц пригласил всего 2 человека. Пришел на второй месяц, пригласил 2 человека. Каждый новый человек, который пришел, за следующий месяц пригласил всего 2 человека. Вы посмотрите, что получается. За 3 месяц ваш доход составляет $400. 4 месяц ничего не меняется. Кто пришел на 3 месяц, пригласил 2, и ваш доход составляет $800. 5 месяц. Те люди, которые пришли в 4 месяце, пригласили всего по 2 человека. Потому что это легко, это просто. Это сможет повторить каждый. Это не за неделю, это не за день, это за целый месяц. И ваш доход уже составит, вы на старте пригласили только 2 человек. Вы помогли им стартануть, заработать первые $500. И все. И ваша сеть растет. 5 месяц, ваш доход $1600 уже за месяц. И все кивают головой, что это уже хорошие деньги. Где-то в конце 5 месяца вы уже становитесь даймондом. На 6 месяц ваш доход за 6 месяц составил $3200. 7 месяц $6400. 8 месяц ничего не поменялось. Один пришел человек, пригласил 2. Но просто это делают все вместе в команде. 8 месяц ваш доход $12800. Друзья, 9 месяц $25000. 10 месяц $51000. И это один только вид доходов компании. Это только бинар. Это только 20% с меньшей команды. 11 месяц $102000. 12 месяц ничего не поменялось. И ваш доход $204000. Только за 12 месяц. Итого, прошел год в компании. У вас более 8000 интернет-магазинов в вашей сети. Вы заработали $409000 по одному из видов дохода. И это уже не остановить. Вы за год закрыли W президент-миллионер.
Что можно купить за 400 тысяч долларов? Можно позволить уже дом тот, который вы хотите купить. Не за 60 тысяч долларов квартиру двухкомнатную, а уже за 150 тысяч долларов дом. Можно? Можно уже себе позволить за 80 тысяч долларов машину. X6, Mercedes, ML или GL. И дальше я не знаю, куда вы их еще можете потратить, эти деньги. Вам лучше знать, куда. И вы можете начать ту жизнь, о которой всегда мечтали. Помните, в жизни невозможно вернуть всего две вещи. Это выпущенную стрелу и упущенную возможность. И я так заканчиваю презентацию. В конце обязательно говорю, обратитесь к тем людям, которые пригласили, скажите им спасибо за эту возможность. Узнайте, как прямо сейчас получить уже интернет-магазин бесплатно в подарок. У нас компания предусмотрела, вы можете на 30 дней получить интернет-магазин бесплатно в компании. Забить место, потому что это тоже важный момент. Чем раньше вы принимаете решение, тем вы занимаете самую выгодную позицию, которая есть на этот момент в компании. Скажите, какой пакет. Пускай расскажут вам ваши друзья, какой пакет лучше. Задайте им вопросы и принимайте решение, потому что это возможность, которую реально нельзя упускать. Добро пожаловать в компанию World Global Network. И такими словами я заканчиваю. Так что, друзья, спасибо. Всегда показывайте деньги на своей презентации. Всегда показывайте, что нужно человеку сделать. Показывайте то, что он увидит. Не говорите «приглашай», «приглашай», «получай». Не говорите просто «ты строй сеть, будешь получать 20%». Люди не видят больше пива второго уровня. Показывайте им год, показывайте первый месяц, два человека. Это легко сделать каждому. Показывайте им год, 400 тысяч долларов, они будут в шоке сидеть. И вы им скажете «да, это так». Потому что у нас такой маркетинг. И я желаю вам успехов. До следующих вебинаров. С вами был Виктор Павернов.